На стадионе «Зенит» в поселке Томилино заработал ледовый комплекс. Спортивное сооружение построили за счет средств частного инвестора. Пропускная способность арены – 450 человек в сутки. В большом и малом залах уже активно занимаются дети. Запланированы турниры по фигурному катанию и хоккею. Мы с сентября месяца тоже планируем, уже проговорили, открытое отделение спортивной школы по хоккею. Хоккей в Люберцах как такового не было, играли только на открытых площадках, когда был сезон. Это турниры, дворовые хоккей, это золотая шайба, но профессионального отделения спортивной школы здесь еще не было. В здании Ледового дворца есть спортивные залы и помещения для гимнастики. Занятия проводятся в том числе и для членов клуба «Активное долголетие». В планах на ближайшие 2 года строительство на территории стадиона «Зенит» новой гостиницы и восстановление беговых дорожек протяженностью 600 метров.